Коллеги, на ваших экранах вновь наш пресс-центр retail.ru. Напомню, мы на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный собеседник. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, я Андрей Андреев, представляю группу компаний Inventica. В состав наших компаний входит направление, представлено направление телеком, безопасность цифровая и вычислительные мощности. Вот. Здесь я в поисках партнеров. Мне интересны компании, предоставляющие SaaS-решения для ритейла, также сами ритейл-операторы. Отлично. Я надеюсь, что наша выставка подарит вам новые знакомства интересные. Расскажите, может, о продуктах вот конкретных. Может быть, вот посмотрев наше интервью, кто-то сразу захочет найти ваши контакты и тут же с вами связаться. Буквально коротко тогда остановлюсь на наших возможностях. В плане телеком это каналы связи оптические, буквально через всю страну, которые мы готовы предоставлять для распределенных компаний. В плане цифровой безопасности, как пример, у нас есть анализатор трафика, который позволяет вычислять аномальные активности в сети и оптимизировать, соответственно, трафик, сохраняя до 30% расходов, либо повышая надежность предоставляемых услуг. Если говорить про вычислительные мощности, по данным рейтинга CNews, наша компания входит в топ-3 по соотношению цена-качество среди поставщиков виртуальных мощностей, которые могут быть актуальны как для среды разработки, так и для дистанционных рабочих мест, например. Замечательно. Я лишь надеюсь, что наша выставка даст возможность вашему бизнесу раскрыть себя в полной мере и, главное, найти много-много интересных партнеров. Спасибо вам большое. Спасибо большое.